Добрый день. Обращение в органы государственной власти, а именно природоохранная прокуратура господину Ростову, губернатору, значит, Саратовской области Радаеву, к мэру города Саратова Исаева, а также ко всем СМИ, которые попадет данное, значит, видео. Ранее 5 числа было варварским методом гражданами, значит, выбросан мусор. Вот, я показываю. Вот. Его, да, не только стало меньше, а его стало больше. Вот, я прошу вот посмотреть. Более того, хочу заметить, госпожа Курносова, которая в Минприроде находится по экологии, по моему заявлению, значит, приехала и сняла поверхностно здесь данную ситуацию. Но она не удосужилась пройти вниз. Не удосужилась пройти вниз и посмотреть, что здесь творится. Вот, что здесь творится. Вот, какая свалка. Данная свалка 30-50 лет здесь происходит. Вот. И органы государственной власти знают об этом. Но почему-то непонятно, почему меры не принимают. Год назад я обращался по данному факту. Была проведена поверхностная отписка. Вот. В течение года ни один орган, ни один сотрудник, ни администрации, значит, Фрунзенского района, ни администрации Фрунзенского района, ни с правительства, ни какой-то там инспектор не приехал, не составил акт, не посмотрел, значит, что мусор как и был, так и есть. Более того, он варварским методом, повторяю, значит, прибывает. Его становится все больше и больше. Вот. Курносова мне заметила, значит, по-моему, я, ну, чиновник из Минминистерства, значит, охраны Министерства природных ресурсов, меня заверил, что граждане она установила. Якобы назначена встреча там на той неделе, значит, 13 или 14 сентября. И они раскаялись, они испугались. Ну, разговаривала при том, как так, убаюкивающе. Вот она здесь вот не сняла видео. Здесь она вот почему-то не посмотрела видео, не сняла и не сделала вывод, если она там является каким-то начальником отдела. Вот. Посмотрите, граждане, какая природа и какую природу загубили, значит, это проживающие вот в этих домах сотрудники, граждане, так сказать, испокон веков воспитывали себя, своих сыновей и также внуков, чтобы они захламляли данную природу. И никто их почему-то за руку не подержит. Данная природа вот находится, значит, охраняемой, как все органы государственной власти говорят, кумысная поляна, но почему-то она не охраняется. Вот, данное видео будет распространено с помощью законных средств массовой информации. Прошу, уважаемый Виктор Викторович Ростов, я знаю у вас как порядочного прокурора еще давно, с 90-х лет. Примите, пожалуйста, меру, проверьте действия, значит, Минприроды. Выпишите, пожалуйста, предписание тем гражданам, должностным лицам, которые должны заниматься данным опросом. Вот. Я как гражданин буду делать все и освещать это. Но вот также, в свою очередь, хочу обратиться в приемную депутата, значит, Володину, значит, что это будет сделано в понедельник, то есть, ну, 13 или 14 числа, чтобы господин Володин сделает много для Саратова и уделил внимание свалке, значит, который продолжается уже долгое очень время, десятилетие здесь, принял решение, обязал все-таки он органы государственной власти развести здесь таблички и, значит, и установить все-таки видеокамеры и сделать освещение все-таки, чтобы вплоть данное правонарушение не повторялось. Помочь природе. Честь имею. Ждите мое видео.